написано в 70-х, не изменяет память, как я разузнал, в 70-х годах археологами, которые работали в Крыму. Морально поддерживать никого не надо там, там люди знают, за что сражаются, ехать туда, чтобы засветиться на войне, это же дело нехитрое. А вот эту песню никто не знает. История. Давно, в прошлом веке туда спокойно ездил Верстаков, Новороссийск, в этот и однажды. И мы долго, зимой у меня там в деревне вместе неделями зависали, рыбу ловили, там песни пели друг другу. И он сказал, привез одну же песню. Замечательно будет песня там поет, называется «Орел шестого легиона». Шестой легион, история такая, это железный, он просуществовал в Римской империи 200 лет почти. Честью и верой служил Великому Риму и императорам, которые так были, не меняясь. И где он только не был, там из песни видно. Эту песню написали в 70-х, начале годов археологи в Крыму. Они там раскапывали древние римские. Часть Рима была в Крыму. Велико и стоял шестой легион. Но неважно, оттуда есть два названия. Ахерон – это Ерихон, старое название. Остальные все понятны. Вот она, ну догадайтесь, это песня о беззаветной преданности солдат Великому Риму. Просто считай себе, ну, римские когорты. Рим существовал по 1000 лет. Первое государство, Египет где-то там отдыхает, Греция тоже, они раскатали. И до альпийских лугов, до этих, Рим. Пока мы с этим Верстаком тогда спорили до потери пульса, потом он понял, Рим убили христиане. Христианство Рим сгубило. Когда стали креститься императоры, а сначала этих всех первых христиан бросали львам, Рим был великий. Пришло христианство, оно... Это история. Это не потому, что я крещенный, православный, не воцерковленный, но потому, что православие – это история моей страны, моей родины, больше тысячи. Ну вот, послушайте, песня римского легионера, шестой. Легионера шестого легиона. Пусть я погиб под Ахероном, пусть кровь моя досталась псам. Орел шестого легиона, орел шестого легиона, как прежде рвется к небесам. Орел шестого легиона, орел шестого легиона, как прежде рвется к небесам. Как прежде храбр он и беспечен, и как всегда неустрашим. Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, великий Рим. Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, великий Рим. Пусть в кровь ладони нам не в тягость, на раны плюй не до того. Пусть даст приказ Тиберий Август, пусть даст приказ Тиберий Август, мы точно выполним его. Пусть даст приказ Тиберий Август, пусть даст приказ Тиберий Август, мы точно выполним его. Под палестинским знойным небом, в сирийских шумных городах, предупреждение Квосего, предупреждение Квосего заставит дрогнуть дух врага. Предупреждение Квосего, предупреждение Квосего заставит дрогнуть дух врага. Сожжен в песках Иерусалима, в волнах Евфрата закален, в честь императора и Рима, в честь императора и Рима шестой шагает легион, в честь императора и Рима, в честь императора и Рима шестой шагает легион. Пусть я погиб под Ахероном, пусть кровь моя досталась псам. Орел шестого легиона, орел шестого легиона, как прежде рвется к небесам. Орел шестого легиона, орел шестого легиона, как прежде рвется к парусам. У меня вопрос вот к моим друзьям. Зачем туда ехать со своим видением того, что ты не знаешь и не понимаешь? С Хмеймима ты ничего не увидишь и ничего не поймешь. Дальше базы тебя никто не выпустит. Но Верстаков говорил, тот, кто был, да?
Поговорить, чтобы с кем-то, надо отойти подальше, спрятаться. Там везде агенты и везде офицеры. Лишнего, чтобы не сказали. Ради, надо быть на войне, так же в Луганске. Вот, знаю, что обидятся мои друзья, когда поехали с нами за медалями. Но если ты не можешь воевать, какого хрена ты едешь в Луганск, в Донецк, тебя никто не ждет. Моральный дух, 2 года там есть моральный дух, потому что там под огнем, под смертелем, умирает всего от стрельбы. Там держится народ, ополченцы держатся. Поднимать моральный дух на сирийской нашей базе, это еще смешнее. Ты не знаешь, что происходит. Ты не знаешь, и мне интересно знать, когда они поют такие песни, да? Про Богородицу, прости нас, древние Пальмиры. С какого хрена мы не рушили древние Пальмиры? Мы вообще никакого отношения к ней не имеем. Как через 2 года, когда все это кончится, а кончится это обязательно, как эти песни, будут они петь или нет? А по мне вот то, что поют там уже с 50 лет, это авторская песня, поэтому там и поют. Там много хороших песен. Я просто знаю, что это не те, но потом спою, которых в Москву на костылях привозят Кремль, а не какие-то там про Путина, еще чего-то. Это не авторские песни, это рифмошлепы и рифмоплеты всякие там, чтобы засветиться. А вот эта песня историческая и боевая, согласитесь, да? Гордость легионера за то, что он никто, он умрет завтра в бою, но он умрет знает за чего. Не за трубы газовые и всякие нефтяные, не за того, что олигархи стали богаче, и не за политические фантазии наших лидеров. Там. За империю, за великую. Я потом спою песню, как умирали за великую империю, российскую империю, офицеры и солдаты. Война там, между прочим, не кончилась. Та, Первая мировая война. А за то время, что мы с вами не виделись, благодаря брату, который у меня в Мюнхене находится, названному, я столько получил информации о Белой гвардии, о составе, о Красной, а кто служил в РКК, как они умирали, как расстреливали, как они воевали. Много чего интересного, но это в следующих песнях. А сейчас просто... Я вам сказал, что не могу, просто надо, приготовил же уже. Значит, 2 хороших праздника впереди. Хороших праздника, военных праздника. Один... посвящен будет последнее воскресенье июля. Это день военно-морского флота России. А 2 августа ВДВ. ВДВ – это часть армии, это все равно пехота, как ни называй. Я не согласен с тем, что никто, кроме нас, существует много героических гвардейских частей, полно. Поэтому я спою старую добрую песню «ВДВ» сначала, да? Песня написана тем, кто был десантником, как мой отец, первым. Мой отец бой принял в окружении уже, 17 декабря 41 года, выброшенный в котел, где умирала 33-я дивизия. Генерал-лейтенант Ефремов, окруженный немцами, так и погибли все. Ефрем застрелился. И он не мог выбраться обратно со спецзаданием. Он командовал группой десантников. Из 28 дугласов, десантники, корпус, долетело... Я не помню, по-моему, 28 всего, остальные были уничтожены. Первая неудачная, большая, гигантская операция. Так что батя сражался, его убили практически. Остатки его группы десантной его бросили в самолет У-2 и отвезли в Коломну, где он 3 месяца провалялся, простреленными легкими. Так что ВДВ... Когда мне 2 августа присылают поздравления с ВДВ, не знаю, кто такие московские суворовцы, там они пишут, московские суворовцы, совсем подряд поздравляют. Благодарен там. Но это я не десантник. Подготовка, естественно, проходили все. Воздушно-десантные войска. 8 раз, и вот клянусь, не нравится мне это дело, вечно пьяный. А у нас все были, были такие, ВДВ набирали, выпил тогда, которые дай попрыгать, тем более за каждый прыжок по 10 рублей. Это же можно было больше, чем зарплата. Прыгай, не хочу. Вот вон сидит еще один человек, но это мой друг замечательный, Сергей Шавров, старшина полка. Любитель прыгать. Я не люблю, он подтвердит. Но я эти лыжи и парашюты с детства не люблю, ненавижу. Но все-таки я уважаю десантников и песня про них. Это песня человек, который сам был десантником, самый первый. Константин Ваншенкин, вы знаете многие эту фамилию, да? А песню сделал из нее на слова Константина Ваншенкина Марк Фраткин. Френкель виноват сделал. И пел. Так как никто никогда не пел, я больше ее не слышал. И там до единого слова все правда. И гордость за ВДВ,
И за 17, ну, почему 17-летние мальчики не доучились? ВДВ тогда, до 41 года, и в 41 году не было войск ВДВ, воздушно-десантные войска. Это были корпуса, и они были частью военно-воздушных сил. Предназначались для разведки, для террористических действий в Крыму, в тылу врага. Поэтому, да, но это может впереди, я еще не знаю. Там, никто не знает, это в потемках, что там дальше в Крыму. Пока там эти крымские татары что-то режут, взрывают. И... пусть все будет нормально, пусть мост построят когда-нибудь, наконец-то. Может, появится у нас в Москве, как обещано, персики, груши, виноград из Крыма. А то он сюда чуть не доходит. Дорого, дорого, не на чем везти. Вот такая песня. 17-летние мальчики, смотревшие смерти в глаза, разведчики и автоматчики, не слышатся их голоса. Ребята ушли на задание, да так и остались в веках. Прошла наша молодость ранняя в воздушно-десантных войсках. Прошла наша молодость ранняя в воздушно-десантных войсках. Ты ветер нам, стужа нам щеки покалывай, ты ветер свисти вихревой. Лишь только бы купол перкалевый над нашей висел головой. Потомкам своим в назидание, врагам оголтелым на страх, прошла наша молодость ранняя в воздушно-десантных войсках. Прошла наша молодость ранняя в воздушно-десантных войсках. Рябины горят в палисадниках, дожди на рассвете идут, и те, что сегодня десантники, когда-нибудь это споют. Споют, прилагая старание, когда седина на висках. Прошла наша молодость ранняя в воздушно-десантных войсках. Прошла наша молодость ранняя в воздушно-десантных войсках. 17-летние мальчики, смотревшие смерти в глаза, разведчики и автоматчики, не слышатся их голоса. Ребята ушли на задание, да так и остались в веках. Прошла наша молодость ранняя в воздушно-десантных войсках. Прошла наша молодость ранняя в воздушно-десантных войсках. Спасибо. Это как бы вот мой долг, естественно, потому что праздник впереди, хороший, добротный праздник ВДВ. Ну, слава ВДВ. Слава солдату русскому вообще-то. Слава ВДВ. Но я с такой же, поскольку охраняли меня пограничники. И поскольку войска КГБ – это погранвойска, я обязан жизнью в Афганистане своим погранцам, они выше, они умеют то же самое. Я помню, курировал, когда были на парашютах пограничники, когда передали 4 там, дивизии. Я мог, но время кончил, 28-го. Слава погранцам, древнейший вид войск. А про ВДВ? А? Пехтуре, я и говорю, вот сейчас я спою про мотопехоту. Она мотопехота, воздушная пехота, все равно пехота, морская пехота. Та от Ивана Грозного, не от Петра Первого, а от Ивана Грозного. Это морская пехота жгла корабли, значит, английские. Прямо в гавани. Первые пехотинцы, гардемарины. Пехота на кораблях, но это все равно пехота, царица полей. И древнейший вид войск. Древнейший. И до сих пор, как и раньше, где-то там, земля считается захваченной только тогда, когда на нее ступила нога пехотинца. Можно долбить ее ракетами, утюжить танками,
Но по древнему обычаю пехотинец. Так что вот песня «Мотопехота». Спасибо, Валер, что напомнил. Мотопехоты здесь много. Я сам, поскольку я крыса ползучая по земле, но я механик-водитель танка. По первой специальной. Мото тоже. А так, а в разведке пехом, в диверсионном тем более. Кто ж на танке на диверсию едет куда-нибудь? Или тайком заползает в расположение противники. На танке или с парашютом, неважно. Ну да. Гордо нас зовут, это правда не план, ну ладно. Гордо нас зовут мотопехота. Здесь это товарищи, мура. Мотом и в горах до поворота, а до, за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, черт побрал бы этот поворот. В горы шли была почти что рота, с гор спустились стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота, ох, тяжелые погоны на плечах. В бой идем, как будто на работу, не дай бог вернуться в цинкачах. В бой идем, как будто на работу, не дай бог вернуться в цинкачах. Кораблем, а может, самолетом, куда надо, высадит десант. Если только летная погода, если не бушует океан. А пехоте, матушке пехоте, на погоду штормы наплевать. Для пехоты нет плохой погоды, ну каждая погода благодать. Ядрёна мать, для пехоты нет плохой погоды, каждая погода благодать. Так давайте выпьем за пехоту. Грозную красавицу полей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей. Но не получилось выпить, потому что БМП взревели по тревоге. Вот уж зря, вся водка по усам. Кто-то там нуждается в подмоге опять. Ну давай, водила, по газам. Кто-то там нуждается в подмоге, причем срочно. Ну давай, пехота, по газам. Спасибо. Так что слава всем, кто сражается и умирает, зная за что. За Родину, за нас с вами, и за наших детей. Всем слава. И нету больше, как говорили раньше, никаких друзей у нас нет и не было в России, кроме армии и флота. Никогда. И не будет. Слишком мы большие, слишком великие, чтобы так захлопнуть пасть и не развивать их больше на кусок территории. Если сами не раздадим по кусочку, как уже начали. Заповедники отдали в частные руки. Ну, а реки? Все рыбные места отдали в частные руки. И теперь выходишь, а там стоит этот чудило из Нижнего Тагила с автоматом. Это говорит, зачем здесь рыбу ловите? Как я на этой реке всю жизнь ловлю, предки мои ловили. Это нет территории, ловить запрещено, хотите купайтесь. Вот чешутся руки, ну видишь, свой, дурак, но свой, мерзавец, но свой. Ну как же их? В 91-м не стреляли наши, потому что отказали. То свои, пьяные, дурные, но свои. В 93-м отказали, чего же я теперь-то буду? Ни одного убьешь, 10 других встанут, как Змей Горыныч. Не хватит патронов. Бог с ними, а руки чешутся, ей-богу. Так вот, про военно-морской флот. Значит, есть мой любимый, кроме Киплинга, у меня даже более еще любимый поэт есть. Он Николай Гумилев, потому что я знаю его судьбу, трагическую судьбу. Знал, что Гумилев – герой войны, Первой мировой, гвардеец. Ну, знаете, да, Гумилева. Расстрелян был ЧК, все равно. Есть версия, что сдала его жена его, знаете, была Ахматова, да? А он всего-навсего у уходящих офицеров на Дон Каледина принял офицерскую кассу какие-то. Ну, просто принял, сам отказался идти.
Ну, ему сдали, чекисты его. Умирал он в застенке, расстрелян, вернее, он был, ни в чем не сознался. Да, взял на хранение боевые мои друзья, вот это вот. Обвинили его в белогвардейском заговоре, в подпольше, расстреляли. Но когда в 88-м, по-моему, году я в центре общественной связи работал, видел сеть, прилетел сюда уже старенькая, с 90 лет, его сестра, из какой-то, не помню, из Норвегии, или там жили из Дании. Ну, прибежали наши все тогда, не наши, не чекисты, а народ, с микрофонами, журналисты, и задавались, а был ли он участником заговора? Она только, да, был, а почему? Да он был русский офицер. Все. Вот так бы вот. А то флегюризм развелся. То Вася он, то не Вася, там разные всякие. Но потом, да ну, не хочу про это говорить, про эту нашу жизнь, которая, может, хороша, но... Ладно, эта песня военно-морскому флоту посвящается, его прадед Николай Гумилев. Капитаны, военные капитаны, вы поймете дальше почему, да? Там просто. Но у нас не просто были наши капитаны, адмиралы. Вы знаете, исследователи, ученые, тоже Колчак, еще много-много других. Плавали военным снаряжением, везде открывали новые земли. Вот. Эта серия называется «На капитана», но я первый человек. Так у меня серьезный вид, наверное, получается. Да? А то все про козу пьяных. Да? А тут вот как-то неудобно. Да? Так. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель. Для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстрёмы и мель? Для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстрёмы и мель? Чья не пылью затерянных хартий, солью моря пропитана грудь, кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь? Кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь? И, взойдя на трепещущий мостик, вспоминает покинутый порт, отряхая ударами трости клочья пены с высоких ботфорт. Отряхает ударами трости клочья пены с высоких ботфорт. Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что золото сыпется с кружев розоватых барабанских манжет. Так что золото сыпется с кружев розоватых барабанских манжет. Пусть безумствует море и хлещет, гребни вол поднялись в небеса, ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет парусам. Ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет парусам. Разве трусам даны эти руки, этот острый уверенный взгляд, что умеет на вражьи филуги неожиданно бросить фрегат, меткой пулей, острогой железной настигать исполинских китов и приметить в ночи многозвездный охранительный свет маяков? И приметить в ночи многозвездный охранительный свет маяков? На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Спасибо. Спасибо. Будет уже в Мюнхене уже готовит там вот последний вычет. Будет, будет, пришлет. Вот недавно. Да все будет, все, кто здесь есть, будет там.
массовые, там назвать массовые, может, там последний уже, там монтаж пойдет, уже идет. Монтаж, но в Мюнхене там брат у меня сидит, он там. Да. Теперь, значит, к войне Первой мировой. Значит, разные песни. Ну, мои вы знаете почти все, да? Я их много раз пел, такие. Теперь, которые, может быть, вы и не знаете, но слышали. Те, которые настоящие участники написаны, они писали стихи, песен не было. Ну вот вы обратите сейчас внимание, есть та песня Саул Тураверов. Он сражался всю войну и Первую мировую, и уходил из Крыма уже в гражданскую, на остров Лемнос потом где-то. Ну вот, а сюжет, там Газманова помню, служили два товарища, ну вы узнаете. Такие стихи. Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все мимо своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается с тобой. А он плыл, изнемогая, за высокою кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Но мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Вот такие короткие стихи. Те же стихи с Тураверу. Самое лучшее, у меня есть много с помощью, значит, зарубежных друзей, стихов Белого движения, Белой гвардии. Ну, большинство подавляющие писать не о том, не о бедной Белой гвардии, а о себе любимом. Там, в общем-то, какие-то элегии непонятные, поколения. Первое, эмигрантов. Ну, вот такая историческая песня. «Ледовый поход», мало кто помнит. Это такой ледовый поход, страшнейший поход. Там Корнилов. Уходили они по степям. В снегу многие умирали там просто от холода. Не выдаст моя кобылица, не лопнет подпруга седла. Дымится в задонье курица, седая февральская мгла. Встает за могилой могила, темнеет калмыцкая твердь. И где-то правее Корнилов в метелях, идущий на смерть. Запомним, запомним до гроба жестокую юность свою, дымящийся гребень сугроба, победу и гибель в бою, тоску безысходного гона, тревогу в морозных ночах, да блеск тускловатый погона на хрупких, на детских плечах. Мы отдали все, что имели, тебе 18-й год, твоей азиатской метели, степной за Россию поход. Не выдаст моя кобылица, не лопнет подпруга седла, дымится в задоне курица, седая февральская мгла. Эта песня опять песня Гордеева. У него очень много написано. У него 30, сколько хотите, можешь смеяться. У него огромный цикл про проституток московских. Одну я спел, самую приличную, другую не рискнул. Тут дети все-таки дома. Значит, про «Белое движение» он знал и читал много досконально. Пиратский цикл огромный. И вообще наследство потрясающее у него там. И лирика. Ну вот этот вот, я пел ее, хорошая песня, да? Кому понравилось, называется «Гитара». Помните, нет? Ушли мы от красной погони, метель все следы заметет. Придется в разрушенном доме встречать 19-й год. Пылает в старинном камине разбитый узорный паркет.
чердачной пыли в паутине. Гитару нашел наш корнет. Корнет, приласкайте гитару, ведь и вы в этом деле мастак. Вы с дамой отличная пара, хоть и был ей приютом чердак. Но лак в трещинках, порваны струны, но женщину надо любить. Тогда она голосом юным для вас запоет, может быть. Гитара, 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 не надо грустить о былом. Расстрелян хозяин ваш старый, и умер разграбленный дом. Влюбитесь в мальчишку из скуки, и боль постепенно пройдет. Он вам свои тонкие руки на талию нежно кладет. Ах, как эти струны звенели под ловкой умелой рукой, и люди усталые пели о жизни, о той, о другой. Полковник в сердцах прослезился и вспомнил дом в Питере свой. Седой головою склонился на сабле эфес золотой. Ну что ж, господа, в наших кружках сегодня шампанского нет, но все же за вашу подружку мы тост поднимаем корнет. Как золушка, ждущая бала, скрываясь в чердачной пыли, она вас, корнет, ожидала, и вы к ней сегодня пришли. Прошли мы все ужасы ада, безумной гражданской войны. Блестят на мундирах награды, но родине мы не нужны. Георгиевские кавалеры, гонимая белая рать. Виват, господа офицеры, нам рано еще умирать. Снег рвется в разбитые двери, метет над Россией пурга. Кто знает, что будет расстрелян полковник в подвалах ЧК, что власть заберет пролетарий, и что через несколько лет в парижском кафе на гитаре играть будет нищий корнет. Что власть заберет пролетарий, и что через несколько лет в парижском кафе на гитаре играть будет нищий корнет. А ныне в дворянском заброшенном доме нас зимняя ночь застает. Ржут в зале уставшие кони, и где-то хрипит пулемет. В старинном камине пылает разбитый узорный паркет, и нам на гитаре играет безусый мальчишка корнет. Вот странное происходит, я ничего об этом не знал до недавнего времени. У нас происходило, да всегда она происходила, в 60-е, 70-е, 50-е я работал в Комитете госбезопасности. Все борьба с диссидентами. Теперь выясняется, когда доступ к материалам есть, что те диссиденты, которые сидели в тюрьмах, в лагерях, изгоняли за границу их, они не все были изменники, предатели Родины, совсем не все, потому что отсюда уезжали. А были те, вот сейчас пою песню диссидента, который и отсидел там. Он недавно умер. Он был за то, что с издательством «Посев» сотрудничал, там, СНТО, там, зарубежный. Все. Звали его Леонид Бородин. Песню написал, сидя во Владимирском централе.
И было 5-е управление в КГБ, значит, которое занималось борьбой с идеологической диверсией. Не мы, слава богу, я там не был. Я в контрразведке пытался поймать шпионов и выявить агентов из числа наших. А в Афганистане вообще там. Но боролись, идеология, там все это такое прочее. Но он его во всем мире там считали, его русским националистом. И я выяснил, когда подлез, там воспоминания его друзей. Там, а, говорит, вспоминали, он жив был еще, он умер в 2011 году, в общем-то, недавно. А его друзья, один украинский националист, пошли в гости, сидели, утропили с эстонским националистом, все втроем. И друг друга понимали, значит, это было давно. Но, к сожалению, мы теряем этих людей. Как мы потеряли лучших из офицеров, начиная с 17-го, аж до 45-го годов, честно говоря. И те, кто служил, а их много, не буду рассказывать, это целую книгу надо, вот, можно написать, у меня есть материалы, и прислали их. Сколько белых, ну, белых, а царских офицеров служило в Красной РКК. У меня генерал-майор на свадьбе моем, отец фронтовой, к нему пришел рядовым. Его из лагеря выпустили в 42-м году, в стрелковую его роту. Он пришел штрафником, генерал-майор, он был генерал-майором Федоров, генерал-майоров еще при царе. Потом был красным спецом, потом этим. Но закончил войну командиром дивизии, опять генерал-майор. А на свадьбе генерал стал читать шахнаме на персидском языке. А у меня моя таганская братва, ребят сидели, они там засыпали, только пили, испились и заснули. Сколько там, минут 40 читал там, никто же не знает. Ну. А эту песню, возможно, слышали. Я взялся там как бы свою мелодию сделать, потому что немножко подкорректировать. Потому что ее пел, актер Домогаров пел, ну знаете его все, да, эту песню пел. Но поскольку Леонид Бородин умер давно, а слова замечательные и тоже про войну. И про нашу жизнь, и про нашу землю, и про Россию. И патриотичные песни я вот из нынешних не видел никогда. Но это до войны. Родился в 38-м году, а потом в 50-х сидел. Поручик выпьет перед боем глоток вина в походной фляге. Да, называется «Психическая атака». Ну, кто смотрел фильм «Чапаев», вы знаете, да? Красиво идут там. Но никогда. Это марковцы. Значит, Марков, генерал Марков похоронен в наше время недалеко от Ростова. Хотя был белым генерал, сражался с белым, но он героем Первой мировой. А это марковцы. И назывался первой добровольческой дивизией имени Маркова, первого командира, полковник еще был потом. Вот черные, помните, идут? Черный мундир с белой окантовкой. Как стреляют, они падают, сигары курят и идут. А у них закон был. Они в армии считались бритерами, то есть дуэлянтами, пьяницами и картежниками. Но у них был закон. Никогда не кланяться и не бежать назад. Они переступали через упавших и шли. Вот в фильме. Но не в Капелинск они никогда не были. На Урале они никогда не сражались, как Чапаев и Ханка косил из пулемета. Они все шли. Это чистое вранье, как Бриной с Потемкин расстрел на этой лестнице. Ну, тогда надо было. Пропаганда, значит. А история такова, что они служили в Дроздовской дивизии. Они организованно. Они вламывали там первый конь Собуденова, хотя его было гораздо меньше, который еще. Они организованно ушли из Крыма, и еще лет 30 были там марковцы, все знали, вот черные формы, черные кресты. Вот это про это, узнать. Психическая атака, ну помните, визуально, что это такое. Там написано, да. Поручик выпьет перед боем глоток вина в походной пляге. Он через час железным строем уйдет психической атаки. Поручик курит до сигнала на фотографии в конверте десяток строк, чтоб та узнала, как он любил за час до смерти. Давно проверенный мундиром там заблестеть, где блеск положен, и офицеры, командиры уже торжественнее и строже. Вопрос решен, итог не важен. За Русь, за власть, за честь, за веру. Идти им полем 300 сажен, не прикасаясь к револьверу. Красивый жест, игра дурная. А Русь на Русь, а брат на брата. Добро и зло, земля родная.
Ты перепутала когда-то. Пойдет поручик алой змейкой, метнется кровь из губ горячих. Подарок русской трехлинейки, кусок свинца ему назначен. Что ж, каждый должный смерти ищет. И не закон мы друг для друга, но Русь совсем не стала чище. Вся наша жизнь тому порука, и мы идем по вольной воле, по той земле, где нивы хмуры, и нам упасть на том же поле, не дошагав до амбразуры. И 10 строчек на бумаге прощальных слов для самых близких, поскольку нас в такой атаке пойдет косьми в земле российской. Спасибо. Еще один человек. Это не военные песни, может быть, так уж чисто военные, но это те самые песни, которые писали люди, знавшие такую войну. Вот человек, который умер тоже недавно, совсем недавно, не в 11 году, а вот недавно, звали его Лев Болдов или Болдов. Он жил в Крыму, жил долго на Украине, в Крыму, и там в Крыму умер. И вот смотрите, не прав ли он, вот послушай, это как стихи прочитать, потому что это не песня. Просто мудрый был человек. Колесо возвращается адское, и урок не во благо нам дан. Ничего не решило сенатское, ничего не решает Майдан. Что вы стяги по ветру полощете, расплескав красноречие ушат, не решают историю площади, только казни поспешно вершат. Декабристы, горячие головы, коих запросто можно лишить, и другие, тупые, как олово, все пришедшие сжечь и крушить. Заглушите свои мультимедиа, нас до нитки пиар ваш раздел. На сенатской вершилась стратегия, на Майдане вершат беспредел. Кто швыряется грозными шахами, получает уверенный мат. Все майданы кончаются плахами, у истории свой сопромат. Скоротечные, минуты куражные, захлебнется рожок трубача. Вы свободы глотнули, сограждане, берегитесь ее первача. Подступает похмелье гнетущее между первым глотком и вторым, и без вас, горлопаны в грядущее, уплывает аксеновский Крым. Не, я сионист. Это бессловесное объявление. Кнуть любому... А не правда, что ли? А Майдан не продолжение 91-93, а угод у нас как называлось, а не Васильевского спуска. Не то ли самые снайпера, приехавшие из-за рубежа, стреляющие по тем и по этим. Был я. 93-й. Был, знаю, кто спас. Друг мой, командир соседней группы по вымпелу. Он и спас от гражданской войны всех. Переговоры вел. Его разжаловали до майора, но потом снова дали. За то, что он не стрелял никого, как приказано. И половина вымпел, и половина альфа в 93-м не вылезли из подвалов Кремля. Когда пьяный в задницу, виноват, Ёлкин-палкин, Бенни Хиллый, призывал их пойти давить гадину. А вот не москвичи пошли, человек 70 набрал, половина. Кто добровольно, когда Коржаков спустился вниз, он шел, я говорю, на вас надеялся, а они отказались. Под благовидным предлогом. Тогда я помню, как это было. Если один из групп, 8 человек, боевой оперативный, отказывает идти, вся группа не идет. Потому что без одного группа не боевая. И командиры, когда доложили, у нас... А кто-то пошел. И увидели, что там происходило. Там. Так что все это было. Потому что приехал мой заместитель из Афганистана. Он там много лет просидел при всех режимах. А его хватит в подвалы кремлевские. Там альфа лежит, и здесь лежит вымпел наш замечательный. Вымпела нет. Вымпел отдали в управление В, отдали в Нацгвардию.
или Росгвардии, как называется. Нет. Что это такое, я не знаю. Что у американцев Нацгвардия, я знаю. А почему у нас теперь на базе внутренних войск? Не знаю. Так вот, песня того же Льва Болдова. Почему? Потому что это касается нас всех. Неважно, в Афганистане были или нет. Главное, что были люди, которые чувствовали эту трагедию, как Афганистан. Такую же, как трагедия сейчас везде разворачивается. Мы не можем воевать по всему фронту, в окружении практически находясь. Так что это тоже трагедия. А я вам хочу... Послушайте. Вот, тоже Льва Болдова. Сионист. Он по национальности еврей. Сионист. Сионист. Это придумано, как и гражданская война. Нет, усобицы и междоусобицы. Залезьте в толковый словарь далее, почитайте. Нет такого гражданской войны. Много чего напридумано за последние 20 лет, что нет в русском языке. А мне, например, все равно, кто такой есть. Если ты мне, моей семье, не наступаешь на мозоль, живи и давай жить другим. А когда ты с удовольствием еще нагать пожнешь, я с удовольствием тебя прищив. И национальность, мне всегда так было, наплевать на твою национальность. Черт, желтый, белый, черт какой. Да, интернационалист еще хуже. Интернационалист еще хуже, чем сионист. Это ничей, это человек мира, интернационалист. Кого сказали, там, крикнули фас и побежал. Наглотались мы с тобой, вот это интернационализм в Афгане. Дальше некуда. Это вот. А вот про песни военные, предотвращая там вот все остальное дальше. Того же Болдова. Стихи. Я не видел войны, не тушил зажигалок на крышах, и под посвисты пуль в поредевшем строю не шагал, но как только порою военные песни я слышу, начинает казаться мне вдруг, что и я воевал. Это было со мной, пропахшие грязью траншеи, кровь на грязном снегу, на большом масхалате земли, и подбитые танки застряли со свернутой шеей, словно в снег этот заживо телом железным вросли. Нет электрогитар, света музыки, пестрых сорочек, есть промерзший блиндаж и вдали затихающий бой, и слетая с пластинки шульженковский синий платочек, позывными надежды кружится под старой иглой. Ах, военные песни! Как души вы грели под ветром, как в атаку вы шли, строчки вытянув наперевес. Бескозырский морской пел утесов о камне заветном, пел про темную ночь, нежно трогая струны бернес. И когда в затемнением спускаются шторы ночные, я иду по Москве, выверяя знакомый маршрут, и военные песни, суровые, как часовые, в плащ-палатках крылатых из тьмы мне навстречу встают. Я летел на их свет сквозь пургой заметенные годы, сквозь фронты неудач, под обстрелом усмешек кривых. И я знал, на военные песни не может быть моды, как не может быть моды на память о днях фронтовых. И в минуты тоски, и в минуты гнетущей печали я к ним сердцем, как раны к целебным ключам, преподал. Мне военные песни второе рождение дали, чтоб в сегодняшнем дне я от имени их воевал. Не предскажешь свой жребий, что будет, то будет, но если я достигну чего-то на жизненном жестком пути, за моей спиной стояли военные песни, и поэтому ясно мне виделся путь впереди. Вот. Лучше ведь не скажешь, правда? А кто сказал? Какая разница? Так. Еще одна песня, получается, к военно-морскому флоту, к флоту вообще там. Хорошая песня. Не потому, что я ее написал, она вон, такая получилась. Достаточно лиричная. Называется она «Порты надежды и разлуки». И действительно, любой порт на земле, люди встречаются, неожиданно даже, может быть, как в метро в Москве. Вроде, земля большая, встречаешься 20 лет, не видел. Но и расстаются навсегда, потому что море такое дело. Она не считается, оно сильнее человека. Покорение морей, там, гор то же самое, это ерунда все. Повезет, вернешься на базу, в порт, и встретит тебя тот человек, который тебя ждал, любил. Не повезет, не вернешься. Так что тут
Покорять-то можно, жить не всегда. И профессия романтическая, ну и грустная, так что вот такая. На самом краешке земли, где чайки мечутся в испуге, старят на нареде корабли, в порту надежды и разлуки. Команды их на берегу еще не ведают приказа, и капитанский мостик пуст, и мертвые стрелки у компасов. Но выйдет срок, придет посад, разбудит старых капитанов, упруго вздует паруса и понесет над океаном. И покидая материк, задраив палубные люки, оставь печаль свою, старик, в порту надежды и разлуки. Оставь, моряк, на берегу земные радости и беды. Кто был твой враг, прости врагу его нападки и наветы. Где небо с морем пополам, вчера враги, сегодня други, за все сполна воздастся нам, в порту надежды и разлуки. Иные ждут материки и манят светом незнакомым, но всех важнее маяки, что путь указывают к дому. Они зовут издалека, лучи раскинув словно руки, и провожай, ожидают моряка, в порту надежды и разлуки. Как стонут чайки за кормой, суля шторма и непогоду, за горизонтом дом родной, а горизонт скатился в воду. Но если точен нам наш компас, нас встретят верные подруги в заветный день, в счастливый час, в порту надежды и разлуки. Ты на прощание слез не лей, хватает соли в океане, прямые мачты кораблей уже растаяли в тумане. Заводит ветер свой напев в снастях натянутых, как луки. А сколько их по всей земле, портов надежды и разлуки. Заводит ветер свой напев в снастях натянутых, как луки. Ах, сколько их по всей земле, портов надежды и разлуки. Спасибо. Я не знаю, неужели уже все? А. Время, да, время-то еще никто не гонит. Хорошо поешь. Спасибо. Стараюсь. Просто я тут что-то думал, что дольше. Ну. Еще хотел тебе сказать. А ты все-таки ухитрил мехлиться. Помни. Это страшные вещи были. У меня дед в тройке был. Нет, я заканчиваю, сейчас. Вот кто-то сейчас передавали мне. Да, все хорошо. Если что-то еще, пишите, я спою. Пихтуру, я уже. Я знаю, кто, я так. Так.
Есть у меня вот, я не знаю, но просто в следующем году исполняется 30 лет, как вышла первая пластинка, несколько, 4 пластинки, называлась «Время выбрало нас». Там с удивлением я считал, что у меня 7 песен, мне сказали, что 8. Оказалось, действительно, я просто забыл. Так что, если хотите, могу воспроизвести. Вы, правда, их все слушали, а разница большая с пластинкой и сейчас. Да? Ладно, спасибо. Тогда да. Поэтому я постараюсь, как раньше, но вот, допустим, некоторые их так запели, что мне уже самому теперь их не воспроизвести точно, но там. Ну, не важно, буду пытаться. Ладно, это не надо, поскольку я их так помню, без очков. Да, будет юбилей. Там. А я помню, мы записывались здесь на московской фирме «Мелодия», а Кирсанов Юра, кто-то еще, Минаев Саша, они в Ташкенте там записывались. А надо было матрицу передать. Вот я представляю, как же я, и мне Игорь Озаренок, главполковник, который все это делает. Ты сможешь, говорит, съездить вот там в аэропорт на Чкаловскую, отвезти матрицы, 180 килограмм, свинцовые, надо было срочно передать их туда. Я думаю, как же это так мог тогда, 180 килограмм. Правда, до машины, ну как это тащило, а потом до летного поля, их двух здоровые такие. Ну как не пожалеть о тех годах, это же вообще. Да. Здорово, такую тяжесть, 180 килограмм. У меня покойная теща меньше весила. Она ветеран войны. Там. А? Че, не слышал? Не, ну, сейчас я тут все по порядку идут, вот эти все пластинки. Ну, это вы знаете. Попробуй спеть. А на войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне, едва взойдет над сопками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится вдруг, тебя навек покинет друг, не осуждай его, война тому виной. Тебе наш ротный старшина отдаст медали, ордена в разведке, заработанные мной. Тебе наш ротный старшина отдаст медали, ордена в разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбою сядемся за дружеским столом и вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и чашу полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, в ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка, как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Батальонная разведка, мы без дел скучали редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Спасибо. Ой, ну они длинные, так. Называется «Письма с войны». Я ведь не отправлял их никуда. Так писал там на самом деле. Ну так потом назвал уже. Этот мир без тебя, просто голые скалы,
от палящего солнца не спрятаться в тень. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракетой, и погибшим друзьям не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя после рейда усталость, недописанных писем скупые слова. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен, мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Здесь звучат ремни автоматов, врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войною, эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Спасибо. Вот опять климозадание. Сашка Платонов передает всем привет большой. Он с вами познакомился, помните, с этим героическим вертолетчиком нашим. Все у него нормально, идет потихоньку, все здесь. Из Херсона он уже переезжает сюда и получает гражданство наше. И работа, наверное, он еще летать может, там куда хочет, на чем хочет. Так что возвращается в Россию. Брата моего не вернешь. А был он жив. Написано в новогоднюю ночь. С 82 на 83 год. И все были живы. И Вадим Гурага тоже. Я не знал, что... Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, а внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК.
И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракетой алой высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракетой алой высветят право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разбеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разбеглась в квадратиках полей. Спасибо. Прости, что я не добежал до вражеского дзота, за 100 шагов в прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе, в чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах ли, в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку. Прости за лучшие года, возможные с другим. Прости за то, что никогда никто не повторим. А тот студент, соперник мой, очкарик книгачей, прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья покаяться за брата, прости их, нежная моя, они не виноваты, что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, но вверх взяла война. В одной шеренге с ними я, под пулями душман, ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Спасибо. Не, Марина, спасибо, есть у меня сейчас где-то. Вот. Специально этот раз. Большой платок притащил. Чего они там с очками? А мне не надо, это я помню. Пусть лежат свет. Я не буду говорить, вы себя знаете, просто там как в пластинке, значит, порядок. Перевал Карамунжон, нищий на карте мира. На 200-ке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжон, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу.
перевал Курамунжон. Здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, а мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погонах, но не этим не забудется Афган. Сколько нас осталось там, на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас, на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжон, не ищи на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Спасибо. Спасибо, друзья. Когда солнце со скалы зайдет в этой дальней чужой стороне, мне гитара опять запоет о далеких друзьях, о тебе. Мне гитара опять запоет о далеких друзьях, о тебе. Наш еще не зажегся рассвет, нам с тобою пока суждены расставание на тысячи лет и свидание в антрактах войны. Расставание на тысячи лет и свидание в антрактах войны. Пусть за мною плетется беда, ты не веришь, что спасения нет. Ты же помнишь, в трамваях всегда отрывал я счастливый билет. Ты же помнишь, в трамваях всегда отрывал я счастливый билет. Я по огненным тропам хожу, жгу подошвы своих сапогов. Сколько песен еще напишу, и друзей обрету, и врагов. Сколько песен еще напишу, и друзей обрету, и врагов. Что же к песне добавить еще, если б кончилось все наконец? Я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары цевью АКС. Я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары цевью АКС. Но опять выполняя приказ, мы шагаем навстречу судьбе. До свидания, я в следующий раз допою эту песню тебе. До свидания, я в следующий раз допою эту песню тебе. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить, вам когда-нибудь в рейды доводилось ходить? Вы считали недели до отлета домой? Вы когда-нибудь ели сухпаёк фронтовой? Не в туристских походах, не в лесу у костра, там беднее природа, да сильнее ветра. Там пылают пожары, и в жестоком бою громче всякой гитары сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня, если это случалось?
вы поймете меня. Да, романтики нет там, есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, кто-то верил в любовь. Кто-то знал, что вернется, да упал под огнем и струной отзовется. Наша память о нем. Неизучены свойства наших душ на войне. Кто-то бредил геройством, а мы пели про снег, про края, где родились, да прошили с берез и совсем не стыдились. С пылью смешанных слез, вам не ведавшим вроде, нет причины тужить. Вы спокойно живете, нам уж так не прожить. Нам не выйти из боя, не вернуться назад и гитар не настроить на лирический лад. Боевые гитары, я вам песню пою. Да, гитара не пара, автомату в бою. Но поправ все законы, в этом мире скупом вы горели в колоннах. Заодно с игроком вас дырявили пули и осколки секли. Грифы тонкие гнули, да с нам сломать не смогли. И вдали от союза вы в руках у солдат доказали, что музы на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, ну нетипичный дуэт. Я не думаю спорить, петь о том или не петь. Мне гитару настроить, надо к бою успеть. Спасибо. Ну, историю я рассказывать, пересказывать не буду. Вот. Нет, скажу. Это о том, что в году там, в 87-м где-то, в 88-м, встретили афганцы совершенно непонимание с ветеранов Отечественной войны от наших отцов и дедов. И до драки дошло в Измайловском парке. А куда им? Они на 9 мая вышли и на 1 мая ордена надели и пошли. Ну, это специальный случай, разбирался уголовный розыск. Там. Некрасиво была драка. А куда ребятам идти? Сказали, что это за война? Мне отец до последнего дня жизни говорил, что вы там в Афганистане? Мы воевали. Да, воевали. Да, там это значимо было, но смерть везде одна. И кровь такого же цвета, и ордена одинаковые. Так что... А там не поняли, не понимали, куда влезть в нашу колонну, мы ветераны войны. Вот там. Она и написана только поэтому. Ничего не имею ни против кого, ни про наших ветеранов, ни про... И тем более про наших отцов и дедов. Но такие конфликты были и довольно часто. И продолжать, да, особенно когда, вот, я же был, все это видел, понимаете, это все противно, но когда начинают за льготы, за машины, драки на Каширской, на Сиреневом бульваре, у магазинов «Березка», когда там стали выдавать там машины и все такое прочее. Господи, инвалиды всех войн, махали костылями, и это позор, в общем-то. Я тогда орал в Перово, когда подрались два афганца пьяные, я орал, меня не тронули, потому что уважение было тогда. Сказал, да лучше бы вы сдохли в песках и горах Афган, чего вы тут позоритесь. В луже дрались пьяные в задницу. Так. Так что потом, неважно, но все было не зря. Не все ордена и орденоносцы, на мой взгляд, знаю я многих таких, которые не получил ничего, остался даже жив, есть, знаю погибших, которым дал давать ордена. И знаю, кому, и даже героев, которым... Честно, я как контрразведчик, там бывший, просто расстрелял. Ей-богу, не буду называть фамилии, они на виду, они мелькают. Но... Вон, да, догон, Димка догадывается. Но не важно. Рудского я в оксенке поставил, как изменника и предателя. Он сейчас появляется, ушами шевелит, душка такой, одна у него, герой Советского Союза. Сейчас перерывчик сделаем небольшой. И не только ее, там много есть. А я про тех, про вас, ветераны, ребята.
Мы знаем друг друга 1000 лет, и кто чего стоит, тоже знаем. Есть ордена и нет орденов, какая разница, но весь про то. Что ни говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ нас вела заветная звезда. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы умеем верить в дружбу, закаленную в огне. И без слез оплакивать потери, что же на войне, как на войне. Что ни говори, но мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой. Верностью дороге и надежде, честью перед памятью святой. Что ни говори, но мы сильны, как прежде, верностью и честью фронтовой. Верностью дороге и надежде, честью перед памятью святой. Что ни говори, а мы с тобой, товарищ, пороху понюхали тогда. Сквозь огонь боев и дым пожарищ нас вела заветная звезда. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Что ни говори, а мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые ордена. Спасибо, спасибо. Ой, вот не люблю я эту песню почему-то. Надо, как помните, Высоцк, пой паскуду, пока не удавили. Надо что? Ладно, попробую, ну так, черный вариант, я там... Ведь столько лет говорил, ну что же вы делаете, что вы делаете? Вот приезжают они, выступают в Крыму. Я говорю, ну зачем, вы же мне обещали, еще когда, в Алма-Ате, там, бог знает когда. А вот нам сказали, вы что, не могли перезаписать? У нас фанера такая, минусок. Блин, ладно, первый источник, ну чего, зачем меня... Да, да, да. Мне же некого было бояться, главпур я не подчинял. Никогда, и Министерство обороны тоже. Слава тебе Богу, Господи. Да. Изуродовали бы все песни, но это не наши были. Наши вообще не поют, ничего не трогают. С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим. Под прицельные залпы наветов и лжи мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, кем были мы в краю далеком. Пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей. До свидания, Афган, этот призрачный мир не пристало добром поминать тебя вроде. Но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, что мы имели, что отдали, надежды наши и печали, как уживутся среди людей. Прощайте, горы, вам видней, в чем наша боль и наша слава, чем ты, великая держава, искупишь слезы матерей. Нам вернуться сюда, может быть, не дано, сколько нас полегло в этом долгом походе. И дела не доделаны полностью, но мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней, какую цену здесь платили, врага какого не добили, каких оставили друзей. Друг спиртовую дозу дели на троих,
столько нас уцелело в лихом разведзводе. Третий тост, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далеком, пускай не судит однобоко нас кабинетный грамотей. Биографии нашей в полудюжины строк социологи втиснут, сейчас они в моде. Только разве подвластен науке Восток? Мы уходим, уходим, уходим. Мы всегда оттуда уходим. Прощайте, горы, вам видней. Чем наша боль и наша слава? Чем ты великая держава? Искупишь слезы матерей. Мне друзья прислали, хорошие друзья прислали аналитическую справку по Сирии, что там будет, сколько мы там потеряли, да, и написали его. На что-то похоже. И дальше уходим, уходим, уходим. Говорю, согласен, потихоньку сливаем эту Сирию, а за ней будет Украина, Луганск и Донецк. Останутся они. Кто переживает за судьбу Луганска и Донецка, они останутся в составе Федеративной Республики Украины. А Сирия будет... референдум, осаду берут однозначно, и там гражданская война, куда мы зачем-то залезли, но это политика, бог с ними. Мы и так в этой политике запутались, тут бы... 22 миллиона. Да. Песня новая тогда, время еще есть, или нет, Юр? Есть время. Тогда вы тоже знаете, ну они к афганским циклу относятся, песни мирного времени. У меня нет больше новых песен, есть какие-то совсем маленькие наброски, оставшиеся от сгоревшего архива. Хорошие они есть там, есть. Я про Афганистан не доделал, но ощущения, понимаете, не те уже. И совсем оценивать по-другому я начал через столько лет, через 30 лет событий в Афганистане. Вижу, что повторяется. И вижу, что наш национальный вид спорта русский – это прыжки с сарая на грабли, причем на одни и те же, хоть в Олимпийские игры записывай. И история нас учит только тому, что ничему она нас не учит. Так что... И от этого тоскливо. Ладно. Ладно, тут есть. Операция на перевале Корона-Мунжон. Май. Это июнь. 2 июня. 2 июня. 2 82 года. Но поскольку у нас младшее поколение все эти песни знает, само без конца заказывает, чему я очень удивлен. Я спою, да. Лазурит. Лазурит такой камень. Он полудрагоценный. Очень красивый, чистый лазурит стоил $3000 килограмм. Это такой цвет, я даже не могу. Да, он так, такой. Тут цвет-то, тут цвет такого. А, вот здесь, на этой, ну, неважно. Темно-темно-синий-фиолетовый он такой. Особо, и когда золотые включения, там есть мелкие россыпи. Вот $3000 килограмм стоил. Его везли в Пакистан, продавали, оттуда оружие, значит... Мы его взяли, потом отдали лазурит с месторождения. Через полгода больше не возвращали. Потом вообще все кончилось, и там все осталось, как и было. Так что... Да, ну там полковник Гулдот, это полковник учился в нашей академии, национальный герой один вместе с Ахмад-Шахом Масудом. Что там говорили, 600, значит, там духов, одетые в полевую фонду Бундесвера. Мы их не видели, там без нас тот чего-то гонял. Мы-то как... Прыгнули так, и, слава богу, ничего не видели. Еще живы. Да. Это хорошо. Десантура подошла вовремя там. Дыра, много гор и высоких перевалов. Среди них Карамунжон. Лазурита там навалом. А еще басмачи. Нам их надо выбивать. Басмачи Афгана, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи Афгана, вашу мать. Там душманский отряд под командою Гулдода, а у них говорят, ДШК и минометы, только нам, порванис, нам на это наплевать, ДШК Афгана, вашу мать. Только нам, порванис, нам на это наплевать, ДШК Афгана, вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, Афгана, мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, Афгана, мать.
нас рассвет застает, а запаленных и уставших водка нас не берет. Так что молча пьем запавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать: лазурит твою Афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать: лазурит твою Афгана мать. Спасибо. Из новых песен, ну и тоже знаете, ну, или, может, старые какие-то там вспомните еще, да, заказывайте. Время есть. А, вот что-то есть. На бронетранспортере. Ладно, сейчас. Так. А кто писал-то, конечно, Юра, наверное, все, да? Нет? Ольга Алексеевна, ты писала все одним почерком, нет? Здесь ничего? Ага. Сейчас. Куда я их? Я опять заливал. А, да. На вроде, да. Жаркие пески. Дагестан. Больше уже скоро 2 часа. А все. Да, вот это коротенькое, но она, я не знаю, какой расширенный вариант. Про депутатов и автоматы опять не буду, думаю. А на бронетранспортере, вот да. Не моя эта песня, но хорошая, ничего не скажу. Имена другие, ну и без разницы, все одни и те же рожи, под разными только именами. Да, да. Что Клинтон, что саксофонист, что обезьян черномазый, это мне же как-то. Что Мергель. Вчера наш корреспондент, женщина, которая там вчера сессия, он там, она сказала: ну сейчас пока мало народу, но уже все эти вот, Мергели, Алланды, так я сказала, наверное, по шее дали там кто-то. Действительно, суетист, тут бегают все эти Мергели. Что снится нашим ворогам, нам друг без всякой разницы, как засандалим порохом, так дым пойдет из... Знаете, откуда? На бронетранспонтере. На бронетранспонтере. На их нет элементарная фигня. Все их поползновения у нас, что люди, что броня, крепки до обалдения. На бронетранспонтере, на бронетранспонтере, на ихнюю истерику пойдем железным строем. Колумб открыл Америку, а мы ее закроем. На бронетранспонтере,
эй, на броне транспонтере. Нам вдаль глядеть уверенно, и мы с тобою, брат, в гробу видали Рейгана, и этого тоже, и весь их сенат. Эй, эй, на бронетранспортере, эй, эй, на бронетранспортере. Про эту песню, если я правильно понял, расширенный вариант я не буду. Один раз я ее спел, а потом думал, ну и так хорошо, зачем этих там... Скучаю по автомату, да. Ненавижу депутатов, тоже да. Но как-то у меня теперь в уме не согласуют. Че толку там стрелять? Ну, не важно. За три дня 150 законов принять. Гений, блин, да невозможно. И уйти на каникулы. Я не представляю там, сколько книг, каждый закон вот такой. Кто может прочитать за три дня 150 вот таких книжек там? А депутаты могут, гении, блин. Здорово, такое удивительное время живем. Мне нравится Жириновский опять. И Зюганов понравился, когда он сказал, 11 миллионеров ходят по полю, пинают мяч. Наши, про эти самые, Олимпийские игры, а потом... А в Монако пьют 250 тысяч евро. Ну, ни хрена себе, вопрос. Вы откуда деньги-то такие? Вы где? С убитых, что ли? Как нет, не с убитых там, пофигу. 500 тысяч собрали сегодня, 500, больше 500 тысяч собрали, тысяч подписи собрали наши за уничтожение нашей хреновой сборной и вообще ее убрать, к чертовой матери. Да чего они ходят за наши деньги? 235 тысяч евро в месяц? Чтоб я так жил? Слушай, там, а? Сегодня, чтобы убрать, нас же никто не гонит, Юр, еще. После нас никого. После нас хоть потоп, тут никого не остается. Мы так не будем зверствовать, не варвары. Все нормально. Ладно, сейчас заканчиваем, да. Потому что дело-то полно еще всех. О, 18-15. Ну, какую? Давайте еще петь. Да, ну эту, да. Я полностью ее не помню, потому что редко ее исполняю. Не дописал я ее, честно говоря. Честно говоря, да. Время, доктор, время лечит раны. Но открою тайну вам, друзья. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. 30 лет погоны капитана, подо мною жаркая броня. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Там бредут пустыни караваны, на Хайберах алая заря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Каменные Будды, Бамиана, а в долинах рис и конопля. И все-таки по Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Видел я потом другие страны, уплывал за синие моря. По Афганистану тосковал я, честно говоря. По Афганистану тосковал я, честно говоря. Да, конечно, время лечит раны, но открою тайну вам, друзья. По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану я скучаю, честно говоря. Спасибо. Так. Какой еще?
какое еще время, еще есть 3 минуты, наверное, 5. Ой, я ведь так это, что и забыл. Хороший, только я текст, у меня нет с собой. Напоминать не надо, нечего. А, да. Перестал посещать Кремль я посещать. Все эти концерты. Ходит Лещенко и рассказывает, как он шел с колонной в 89-м. Сидел у костра с ребятами, с солдатами. И думали, солдаты и он. Солдаты уставшие, как смерть, я точно помню, да? Они не думали о том, какими мы будем. Он говорит, и думали, каким мы будем, когда война кончится. Ну, каким-то Лещенко я отпрестал. Я слушаю и сижу в зале. У меня поднялось давление. Вышел, мне МЧС приплеснул чего-то. Я тут давление восстановил, кончился, и пошел в вип-зал водку пить там. Лещенко, думаю, когда же ты там успел-то с солдатами посидеть? Тебя же не было ни хрена после Саланга, где температура минус 20. Какой Лещенко? Рассказывал. Вам никто не спрашивал потом. Но не важно. Песня написана мною персонально. Без Лещенок, без Кобзонов, без Мулерманов, без Буйновых. Буйнов пытался петь батальонную разведку, и это я не пойду. Надо же. Никто не спрашивает. Ну ладно. Это не солдаты. Солдаты был не того. Офицеры все позвали тогда, когда Саланг перевалили, на стоянку встали. Офицер позвали в Полихумрях, совет позвали в баню там для офицерских, а я не пошел, ну как неудобно. Я ехал с солдатами, зачем мне эта баня? У них водка нашлась, главное. У меня не было, у них нашлась. И какой-то рисовый каш, какая-то перловка с этой, хватит, открыли, мы там. Очень здорово, гитару притащили. И ночью, а потом полезли по бронемашинам и заснули по этим всем. Но там эти, да, вот эта песня такая. Когда мы на землю опустимся с гор, когда замолчат автоматы, когда отпылает последний костер, какими мы станем, ребята, когда отпылает последний костер, какими мы станем, ребята, когда раскаленный остынет гранит, когда отревут камнепады, когда наши души любовь исцелит, какими мы станем, ребята, когда наши души любовь исцелит, какими мы станем, ребята, когда мы вернемся в раздолье берез, где нервы стреножить не надо, где высохнет соль от непролитых слез, какими мы станем, ребята, и высохнет соль от непролитых слез, какими мы станем, ребята, какие удачи еще впереди, какие нас ищут награды, когда отойдет, отомрет, отболит, какими мы станем, ребята, когда отойдет, отомрет, отболит, какими мы станем, ребята, когда заболит к непогоде плечо, пробитое возле Герата, и память толкнется в висок горячо, какими мы станем, ребята, и память толкнется в висок горячо,
какими мы станем, ребята. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, заканчиваем. Или что аплодисменты значит? Или продолжать? Я там все равно, я так раз встречу могу и до утра, до завтрашнего, как было и временно. Два слова. Да, видишь? Конечно.